Создание визуальной новеллы, проект GPS-велокомпьютер, робот-сортировщик металлов, энергия ветра, веселая математика. Все это темы работ школьников, участников третьей научно-практической конференции «Марс IT». Организаторы отметили, интерес к данной конференции растет с каждым годом. В этот раз от школьников было подано более 100 заявок на участие. Отборочные этапы проходили в конце марта на базе Центра детского технического творчества номер 1. В финал вышли 35 работ, которые были представлены на суд строгого жюри. Я думаю, что вот все те ребята, которые участвовали, они все победители. Потому что, ну, представьте, надо побороть желание поковыряться в гаджете, поиграть в компьютерные игры, где-то поболтать с подружками. То есть вы вот это все победили, потому что вы стали заниматься очень серьезным вопросом, готовить доклады, познавать вот ту сферу деятельности, с которой не побоялись выйти вот на публичные обсуждения, поэтому вы победители. Однако члены жюри, в которые вошли представители научно-технического совета предприятия, совета молодежи НПО «Марс», профессорско-преподавательского состава УЛГУ, после долгого обсуждения определили лучшие работы. Победителями стали 9 человек из 6 школ Ульяновска. Руководитель научно-производственного объединения наградил ребят ценными призами. Ирина Антонова, Управда ТВ.